Хо-хо-хо, приветики. Сегодня мы глянем туториалы от гачеров по обработке волос. И попробуем их повторить. Не буду томить. Прекрасный туториал. Давайте же его повторим. Я не стал делать лайн, так как он нам не нужен. Обработка поверх все равно. Следующий шаг. Тени, прекрасно. В самом деле советую вам начать с темных теней. От них легче всего делать растяжку. Теперь блики. Готово. Вот вам приближение, чтобы рассмотреть получше. Обработка заняла всего 27 минут. Предлагаю приступить к следующему видео. Видео хорошо оформлено, но хорош ли туториал? Давайте узнаем. Что ж, я огорчен. Я ожидал другого. Возможно, я просто не понял тутор. Но не огорчаемся. Впереди у нас еще один туториал. Надеюсь, в этот раз у меня получится. Готово. Это было сложновато. Но я справился. И результат меня устраивает. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайся на канал и не забудь про комментарий. Мне будет интересно услышать ваше мнение про мое первое видео. Поки солнце.